I think the other team played a really smart game. Правильно играла команда соперника. Умно, правильно. Defended very well. Здорово защищалась. Waited for us to get impatient and make mistakes. Не смогли мы. Ждали они, пока мы сделаем ошибки, и мы их сделали. Сегодня в ущерб атаке мы больше времени уделяли обороне, что нам, в принципе, и принесло победу. Здорово сыграл Азушин. Ребята вообще сегодня полностью выложились, сыграли хорошо, спасибо им за характер. Оценка, мне кажется, самая высшая. Может быть, были какие-то недостатки, но в общем плане команда сыграла хорошо. Допускали очень мало ошибок, ловили соперника на контратаках, получилось только много забить. Очень рады, все хорошо. Если бы вам перед игрой сказали, что сегодня Новокузнецк выиграет со счетом 4-1, насколько бы поверили в эти слова? Даже не знаю, вряд ли бы, наверное, поверил. Такой счет, игра была такая в некоторых моментах туда-сюда, и мы могли забить, и они. Счет был какой угодно мог быть. Вы сегодня сами отметились одной заброшенной шайбой, при этом, когда забивали гол, обыграли опытнейшего защитника Сергея Гончара. Честно сказать, когда вышел после первого периода на лавочку, главный тренер мне подошел, сказал: давай завяжи Сергея Гончара. Так получилось, что так и сделал. Может, какая-то удача, везение. Все сложилось хорошо, удачно забил. Может, там где-то повезло, чуть-чуть от конька отскочил. В общем, рад. Эмоции какие-то особенно испытали или, в принципе, никаких мыслей в голове не было после того, как забили гол? Эмоций было очень много. При таком количестве народу забить гол, все болели, поддерживали. Каждое место на этом стадионе кричало, орало, нас поддерживало. Очень эмоции перехлестывали, не знал даже, что делать вообще-то, когда забил, все, потерялся чуть-чуть. Потом вроде так собрался, все хорошо было. Ну, в принципе, матч был очень сложный. Все не очень хорошо настраивались, потому что перед этим две игры проиграли. Одну так, обидно, другую разгромом. Хотели реабилитироваться. Тем более Магнитка такая команда, что, не знаю, волновались, в принципе, все. Ну, хотелось выиграть очень сильно. Как считаете, за счет чего именно удалось добиться такого результата, тем более выиграли сегодня с разницей в 3 шайбы? Ну, то, что в 3, это все-таки в конце повезло, так счет должен был быть 2-1, 3-1. Ну, за счет командного духа, как все собрались после поражений, за счет правильной тактики, правильного настроя. Помните, как лично свою сегодня шайбу забрасывали и какие при этом эмоции испытали? Ну, помню, конечно, там Лазарев. Ну, там Мерезкин сначала отдал Лазарев, Лазарев прошел по краю. Здорово отдал, в принципе, на пустые. От меня там особенно ничего не требовалось. Эмоции, в принципе, переполняли. Был очень рад, то, что повели. Тем более стадион там взорвался. Было очень здорово. Получается, вы сегодня стали автором победной шайбы ворота Магнитки. Ну, получается, что так. Как вам в целом от Новокузнецка впечатление? Вы новичок Металлурга. Все ли устраивает здесь? Да, все устраивает. Хороший город. Меня обустроили здесь, мне все, в принципе, нравится. Город тоже нормальный, болельщики все время приходят тоже, почти полный стадион. Сегодня вообще полный был. Все очень здорово.